Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы снова будем играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Ребят, как обычно, забываем ставить большие пальцы вверх, потому что если мы с вами сможем брать 5000 лайков на вот этой серии, то мы сразу же побежим и будем записывать новую серию «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, и ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. Также не забывайте писать свои положительные комментарии, мы читаем все комментарии на самые интересные отвечаем. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Где мы? Женечка. Папочка. Кровь! Папа! Тихо! Тихо! Труп! Труп лежит! Похоже на нашу первую коммуналку, конечно. Но... А где мы? Вы будете нас... Папа, куда ты нас завел? Это туалет. Смотрите, туалет. Там это есть! Твоя мать! Папа, это твой друг? Нет. Здравствуйте, ребята. Вы, наверное, хотите спросить меня, где вы и как вы сюда попали. Но, боюсь, ответы на эти вопросы сейчас я вам дать не могу. Они, в общем-то, и не важны. Главная ваша цель является в поисках выхода из этого веселого места. Вы взрывали все места, где были, убивали множество невинных жизней с мыслью о том, что вам ничего за это не будет. Вы наплевали на свою жизнь и своих близких. Теперь я хочу спросить вас, готовы ли вы сыграть со мной в игру, которая определит вашу волю к свободе? Нам надо отвечать, да? Я домой хочу! Я против! Выпустите, пожалуйста! Первое ваше испытание проверит вашу дружбу. Один из вас должен пройти очищение. Вы всегда уходили с места преступления нетронутыми, и вам помогал один инструмент вашего организма. Отпилив ногу, кто-то из вас, возможно, поймет, насколько важную роль играет способность передвигаться без проблем. Удачи! Кто за то, чтобы Женечке отпилить ногу? Какую ногу? Я не могу без ноги! Папа, я покакался от страха! Женечка, я покакался от страха! Давайте Женечке отрубим! Какую? Нет! Я за Женечку! Мой сын! Вас нечем пилить! Вас нечем пилить! Нужно найти, вот я сундуки какие-то вижу! Женечка! Вы ничего не найдете! Или ты отпилишь, или мы все умрем! Я не буду ничего пилить! Я нашел! Женечка, ложись! Мы все умрем за тебя, ложись! Нет! Папа, уговори! Я готова ради вас! Женечка, ты сама себе должна отрезать, он же сказал! Нет, я не смогу! Закрой глаза и представь, не знаю там, как мы отдыхали с папой! Где-то на природе, шашлычки жарили! Бедная Женечка! Выкинь топор, чтобы ты еще себе что-то не отпилила. Так, я не понимаю, нас должны были выпустить. Ты обещал нас выпустить! Человек в маске! Вот ключ! Так, да, быстро, выходим с этой проклятой комнаты! Подождите меня! Да. Я ползу! Женечка, да. Давай, быстрее, безногая тварь! Давай! Это кто? Тут полно трупов! Я боюсь! Смотрите, кровь! Что это за место? Пап? Двери все запечатаны, что делать? Тут есть какой-то проход. Что это? Туалет. Тут везде камеры понапиханы, вот смотрите. А! Тут кто-то хакает. Баба какая-то без ног, смотри. Она сама, я убегаю. Закрывай дверь, Женечка, убегай. А, мутанты какие-то. Двери, смотрите. Единственный проход. Что опять за комната? Он опять тут. Поздравляю, первое испытание вы прошли. Но впереди вас ждет еще несколько жизненных уроков. Как видите, труп в центре комнаты наглядно демонстрирует то, что не каждый готов к искуплению. Чтобы пройти это испытание, вам придется в буквальном смысле держаться подальше от земли. Ну а точнее от серной кислоты, которая уничтожит вам при первом касании. Ну и что это такое? Нам нужно пропрыгать, как я буду прыгать? Нет, папочка! Я должен был попробовать. Папочка, ты жив, с тобой все хорошо? Да. Как я буду прыгать без ног? Я не знаю. Давайте как-то за мной. Женечка!
папочка, Эдички! Папочка у меня, конечно, криворукий, как я всегда знал, но... Ну ничего страшного, Женечка без ног даже лучше прыгает, чем папаша мой. Да, я без ног, руками цепляюсь. Женечка, давай, давай, руками, давай, тебя подтолкнуть. Еще два блока, Женечка, давай, последний блок, Женечка, ты справишься. Это мой блок, не трогайте его. Открывайте двери, открывайте. Давайте, Женечка, давай. Опа, это он? И что это? Две двери. Смотрите, путь на свободу. Долго ли, коротко ли, но вы добрались до конца. Сейчас вас ждет последнее испытание, последнее и решающее. Поняли ли вы главный идеал свободы жизни, или все-таки месть у вас стоит на первом плане? Перед вами два прохода. Зайдете в один, обретете вечную свободу. Зайдете во второй, возможно, вы решите свои внутренние проблемы и сможете мне отомстить. Выбор за вами. Давай, предлагаю отомстить! Давай за вами, а потом вернемся и выйдем на свободу. Мне кажется, это будет нормальный вариант. Да. За мои ноги! Вперед! Давайте, давайте! Убивайте его! Бейте, бейте Бей! Его, бейте! А это не работает! Это не он, это кукла его! Вот так ничего и не поняли. После того, как вы позволили себе уничтожить множество жизней, вас еще хватило на рвение бессмысленной мести. Игра окончена. Нет! Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, и как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании под видео. И также, ребята, не забывайте оставлять ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии, и на самые интересные мы отвечаем. Также, ребята, не забывайте писать свои идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Мы постараемся их реализовать. Ну а я благодарен вот этим троим, что позвали меня в свой выпуск в виде маньяка. Это была моя мечта, собственно, всем спасибо. Да, ребята, всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.